Это сегодня Рита и Петр под песню Рене Обри «Акварель». Чушь. Бред. Лиза была так счастлива. Куча гостей, свадебных подарков. Но кто принес последний? Зрители, во время съемок программы, когда ребята танцевали, были на льду, неожиданно пропал звук. Техника подвела спортсмена. А вот Рита и Петр не подвели.
Они танцевали сегодня вдохновенно. Другого слова не подберу. Замечательно. Правда, прощаться не хочется, потому что такое выступление — это, наверное, лучший прокат. И это финал, суперфинал «Ледников».